Меня чуть не затолкали в метро, но я все равно приехала на премьеру фильма «Подопечного Маши Погребняк к экзамену готов». Пойдем посмотрим, что тут. Я сценарист, режиссер, композитор, монтажер этого фильма. Почему Маша Погребняк выбрала именно вас? У нее же, наверное, много подопечных. Ну, так лучше у нее спросить. Почему вы выбрали его? Потому что он действительно безумно талантливый парень. Он уехал в глухую местность, отключил соцсети, чтобы именно вжиться в роль своего персонажа. Нет, он нам не рассказывал, но я так тоже очень часто делаю, да и половина России. И даже в роль, правда, вживаться не нужно, потому что фильм никто не снимает.